Ай, ну все, я в тупике. А нет, никого нету. Господи. Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Дарк Драгон, Пика, Чебузаврик, Уга Буга, Сайбер, Олег, Мистер Черри, пацаны, поздоровайтесь! Я люблю здорово! Почти стонут, ребята! Всем понравился ролик, где мы записывали Абунгу в Большом Лабиринте, поэтому я считаю, что надо записать еще один такой крутой ролик. Если тебе кушайте, приятного аппетита, у нас Абунга гоняется за нами в Большом Лабиринте. Пацаны, вы готовы? 3, 2, 1, включаем искусственный интеллект. Ну что, кто первый умрет, тот кто у нас будет? Лох! Правильно, по старой схеме работаем. Ребята, сразу не забываем ставить лайки, подписываться на канал и написать классный комментарий, потому что мы выпускаем ролики каждый день. И кто хочет с нами записываться, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Ссылочка в описании. Совершенно верно. Ну, Олег, Олег второй раз лох. Так, ребята, кто знает, как ведет себя Бунгу, тот будет, конечно, дольше выживать немножко. А кто не знает, тот умер. Олег, кстати, я так понял, первый умер. Красавчик. Так, я иду себе не спеша, потихонечку. Ну ты тупики, алло. Как всегда, ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце будет 50 абунг. Прям мясо будет жесткое. Мясо. Так. Сейчас еще пару раз кто-то умрет, и я сразу поставлю. А, как умираешь, появляется другой. Не-не-не, я просто от фонаря сразу поставлю штук 20. Это было прям вообще жестко было. Давай еще пятерых сразу. Ставить? А я специально зашел в безопасное место, теперь можно их ставить. Так, ребята, ставим. Не надо. О-о-о, поехали, ребят. Ну, может не надо, может... Ой-ой-ой, я штук 20 уже поставил, поэтому давайте понаблюдаем, как они к нам добегут и начнут всех мочить. Дима. А, Пика умер впервые. Так, Драгон, ты умер? Я? Нет, я же... Молодец. Мне нравится. Я смотрю, как абунги в лабиринте ходят. Так, они же приближаются к нам, по идее. Ну, смотрим, они их снимают. Нет, внизу еще никого нету. А чё они позастревали? Они вообще прыгают, ты Пика, не забывай высоко. А, подождите, стойте, некоторые застряли в лабиринте. Стойте. Так не пойдет. Нет, они ждут, чтобы кто-то упал и... Я вот так, чтобы на всякий случай. Ой-ой-ой-ой. Отлично. Сразу пошел движ у нас. Так, приближаются, пацаны. Смотрим в шахту. Так, ой, еще кто-то умер. Чебозаврик умер, отлично. О, прилетел к вам. Так. Никого нету, нет, никого нет. О, они прыгают же высоко, я же вспомню. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, возле края лучше не стоять, блин, это стрёмно. Вы чё, мужики? Ой-ой-ой, они уже здесь. Пошел вниз. Так, один упал. Бунги тоже как человек себя ведет, падают. Нет, я останусь живой. Я лучше прыгну вниз и останусь живой. Правильно. Смотрите, я прям сегодня хорошо выживаю. Надеюсь, это выживание будет продолжаться очень долгое время. Это Олег полный лох. Пик, отлично. Я как понял, Олег полный лох стал. Х2. Так, я вообще боюсь падать вниз. Давайте я спрыгну вниз, все-таки повыживаю вот так вот. В самом лабиринте, потому что наверху очень... Зараза, зачем я это сделал? Ну, попытка была хорошая. Так, он не за мной, а вот это, кстати, очень быстрый. Так, они тоже не за мной. Я еще ни разу не буду. Конечно. Мне запоздала реакция. Спасибо, я поел только что. Он ввел читы антибунга. Поэтому они его не мочат. Блин, это жесть. Блин, так дергаюсь, когда меня убивают. Я не знаю, пацаны, вы дергаетесь, когда из-за угла он выбегает? Нет, холодно. Если в темном... Конечно. Ай, блин, прыгнул. Как в Марио, что ли, играет. Ох ты ж мать. Челлендж, если человек умрет, то ставим 20 абунг. Дима, башни их дофига. Прям очень много. Это хорошо. Сейчас буду еще добавлять абунг. Сейчас еще чуть-чуть поумирают люди, пострадают, и я их страдания увеличу еще в несколько раз. Почему они к тебе не... А, хочешь прикол, там абунг по лестнице подымался, так что да. Ой, я упал в лабиринт. Так, ну что, сейчас только я умру. И поставлю еще 10 штук. Ну или больше. Как получится. Давай. Хотите к вам, и всех приведу? Не надо. Не надо к нам вести. Одумайся. Я приведу. О, я сейчас знаете, как их поставлю? Поставлю черных. Они очень быстрые и страшные. Черные. Да. Черный. А, блин, да испугал меня.
Страшно очень, ребята, страшно. Я уже половину привел к вам. Да? Молодец, Dark Dragon. Ты это знаешь, спасешь, Абунг? Скелет бежит. Ой, убили чувака, я жив. Они за мной, они за мной, Опа-па, ребятушки, ускоряемся. Ай, хорошо. Дима, как ты не видел? Окружили, окружили меня очень сильно. Так, добавляем еще. Давайте поставим черный, как и говорил. Ситуация плохая для тебя, ладно. А, подсрачник отдал меня. Так, я там вижу, некоторые застряли. Сейчас мы их удалим и поставим все-таки, чтобы они не застревали. Не упал, нет, нет, может не надо, может убили. Ой, это дождь из-за бунг. Ого, черный, какие страшные. А вы что там? Так, так, так. Пытаемся выжить. А я уже слез, так что молчи, а. Ай, чуть не упал, на соплях висю. Я на башне. Вообще, так. Я подвожу план, ну ладно. Сейчас молодец, Dark Dragon, давай. Блин, это страдания какие-то. Блин, он прыгает и на расстоянии убивает. О, я знаю, где можно повыживать. Можно повыживать в озере. Попробуй. Они все равно, да, они все равно доберутся, потому что они будут отверхаться. Нифига себе. Ну, в принципе, да, ты был прав. Спасибо тебе за подсказку, когда я уже умер. Ну, в принципе, это было по таймингу. Я же забыл, что они тпхаются. Dark Dragon, ты знал, что они тпхаются? Вот это лящ. Мочнющий. А я живу вообще-то, ну ладно. Ты еще ни разу не умер? Давайте посмотрим, Dark Dragon. У тебя 6 убий... А, наверное, до записи ты умирал, да? Нет. А, до записи, да. Опа, он ко мне пошел. Сейчас только он ко мне идет, я сразу в воду прыгаю и в лабиринт бегу. Они со спины тпхаются, пацаны, или нет? Как вы думаете? Они через стену. Через стену. А я стал спиной к стене, чтобы он в стену застревал. Так, 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 охотится. Не иди туда, не иди. Ого, он выпрыгивает из воды. Ты дурак, что ли? А, он подо мной. Они хорошо плавают. Я не знаю, что Бунга плавает жестко, прям вообще. Слишком много. Зараза, сейчас будет еще. Ого, вот это лящ получил в прыжке. Вот это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай. Осторожно, осторожно, что? Пацаны. Так, сейчас еще будем добавлять, наверное, бунт, потому что надо много веселья. Ого, они прям синхронно вылазят все. Будем в припрыжку бегать. О, вот так вот, вот так вот можно. Чипик, а? Ничего не знаю. Да-да-да. Четыре, да? Да. По аналогике, нет, у меня за мной штуки 7 или 8 бегут. Это ладно. Ой-ой-ой, это очень стрёмно. Я понял, что ты взял. Я еще добавляю, пацаны, давайте вот этих красных, они очень быстрые. Да, все, 50 штук. 51 абунга. Ребята, ну прям вообще, ну очень тяжело будет выжить, очень. Поэтому мы сразу перепрыгиваем подальше. Давайте власти. Вот так вот. Я иду на вышку. Я надеюсь, что я сейчас на вышку заберусь и сразу не умру. Ой, одного удалил. Одного в запасе оставил, сейчас мы на кого-то скинем. За мной абунги, пошлите, я вам покажу путь. Надеюсь, на голову кому-то скинул. Так, я слышу, они прям за мной. Толпой, наверное, роем идут. Да, я понял, что они уверенно идут. Блин, я так хорошо прям шел в сторону башни. Так, сейчас буду пытаться поверху лабиринта дойти. Напишите в комментариях, смогу ли сейчас я дойти до башни поверху лабиринта. Не сможешь. Да господи, боже, они какие-то психопаты вообще. Они, блин, бьют на расстоянии. Отлично, отлично. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это веселье, это веселье. Ух, их тут сколько. Красиво улетают, ребята, красиво. Ты что? Мне кажется, они прям по всей карте, да, рассеялись? Что это какое-то страдание? Знаешь, я не знаю, как вы лохи, я добежал до башни. Ну, конечно. Мы специально их на себя отвлекаем, чтобы ты до башни добежал. Реально. Вау, сколько у него жизней? 9000. А они убивают с одного раза все равно. Но все равно, это бесполезность. Так да, что то, что он себе выставил жизни как читер, конечно же, это хорошо. О, нашел хорошую тактику, как быстро добежать. Вот так вот, вот так вот. По прямой, я максимально. Я сейчас все воспитателю расскажу, Растишка, что ты читами пользуешься. Антибунга вел чит. Так, я упал в башню, в лабиринт, это очень неплохая новость. Атака не воспользовалась. Так реально, я не вижу, что Dark Dragon умирал. Опять что-то читерит. Нет, я бегаю по лабиринту. Да он уже давно разбился. Дима, давно ты уже разбился. А, он выставил жизни, чтобы не разбиваться. Ну, конечно.
Я теперь понял, что он читерит. Хотите для вас кое-что сделать сразу на глазах? Прощайте. А не, не прощайте, все-таки я живу. Я вообще их не боюсь, что он мне может сделать? Их тут даже никого и нету, смотрите. Гуляешь по лабиринту. Да никого нету вообще, пустой лабиринт. 50 штук поставил, а их никого нету. У вас то, что хп. Тебе так кажется, что никого нет. Никого. Но ты не в полном одиночестве. Так, они идут. Блин. Дима, я ж тебе говорил, что ты не в полном одиночестве. Так, я вижу, вот хорошая, да, блин, опять упал в лабиринт. Ну ничего, я постараюсь добежать. Ай, блин, это очень страшно. Ого, сколько их башен. Нормально там, да, их пацаны? Отвлекайте их на себя, я смогу добежать. Это... Я их отвлек. Ну, блин, прям на голову упал, знаете, он меня прям в смятку размазал. Ай, опять упал. Ну ничего, ничего, я не сдамся. Так, моя цель добежать до башни. Я это реально сделаю, чтоб я до башни добежал. А я почти добежал. Очень много. Так, все, я бегу. У меня есть шанс добежать. Я помню этот лабиринт как своих пять пальцев. Драгон, ты не спустился, ты там сверху сидишь. Вообще уже раз 10 спустился вниз и побегал от бунга. Ну ладно. Ай, блин, это близко. Представьте, сколько за мной сейчас бунг бежит. Это просто нереальное количество. Ай, ну все, я в тупике. А нет, да, никого нет. Господи. Да. Все, играю очень аккуратно, смотрите. Эй, отвали. Да, Драгон, отвали. Ой-ой-ой, до башни чуть не докинули меня. Вот, вот все, на башне. Отлично. У нас как... Все, я сконцентрировался максимально, очень максимально. Ой-ой-ой. Они там возле башни бегают. Они у меня находят. Что было? Они слезают. Они ко мне залезают толпой. Пока, Пика. Не целый толпой. Быстрей. Че, пацаны, страшно, да? Мне тоже страшно. Я очень хочу добежать. Они все ко мне просто прилипли. Так, я приближаюсь к башне. Надеюсь, у меня сейчас получится. Не надо, Дима. Дима, их очень много, да, там? Там очень много. Очень сильно много, прям, вообще? Посмотри. Пацаны, отвлекайте их, отводите от башни как-то. Ну я же должен добежать по-любому. Нет, мы тебе специально... Ну пожалуйста. Ой, тут один из них. Я сейчас на бортик тоже запрыгну и буду с бортика выживать. А так нечестно, я запрещаю. А чё нечестно? Мы ж не нарушаем правила игры и не летаем, мы просто... Блин, я в тупике. Ой, вот это увалил, ну нереально, какие-то психи. Ну блин, ну как дойти до башни? А я доходил уже один раз, сейчас второй. Ай, зараза, они прям стоят на грани вот здесь вот, пытаются меня так замочить. Так, Дима, признай, что ты не можешь добежать. Я смогу, ты меня плохо очень знаешь. Дима, давай, иди там. Пять раз упал. Я опять упал, блин, я так хочу поверху дойти. Когда начинаю переживать, не могу по лабиринту бегать поверху. Ну что, очень хочется быстро. Я прям видел, там Абунга сзади меня бежит. Давай, Дима, там всех больше часа отвел я. Да, давай. Почему ты не умираешь, когда ты их отводишь? Опять сейчас это прибежит. А не, никого нету, чего больше? Ай, зараза. Так. Ну что, надо... Уже начинать. Есть. Все, теперь мы идем максимально налегке и просто. 10 абунг. 11 абунг за мной. Вот так вот. Побей их. Вот так вот пробегаем. Отлично, отлично. Ребята, хороший результат до этого момента был. Короче, когда ты прыгаешь на краешек, как-то соскальзывает персонаж здесь. Есть какая-то инерция. Вот я впервые умер. Все, ты умер? Победа. Молодец! Все, я уже тысячу раз умер. Дима, когда рекорд по смертям около 200 тысяч? Эй, опять упал, да что ж такое, не везет мне в этом лабиринте. Эй, чернолицый пришел. Я добежал. Дима рекорд Гиннесса по смертям набил. Нет. В горе уго, мне помог. Я головой вперед пролетел. Вообще Олег больше всех умер, ну ладно. Ну ничего, равномерно умираем все. Ну что, так. Ой, дурак, чтобы все. Все, я иду на расслабоне. Буду без шифта, надо просто бежать. Когда смогу.
тогда наверх. Ух ты, говно! Вот это я испугал. Да как дойти до этого? Он телепортировался ко мне, отвали. Это было красиво, это было очень красиво. Да что не надо, надо, надо. А может не пытайся, признай, что ты лох. Нет, я смогу. Только я не смог. Я ставлю челлендж Диме, если он не дойдет до конца этого ролика до башни, значит он лох. А, вот такие челленджи, хорошо. А если я дойду, то ты лох. Да. Хорошо, все, дело принципа. Не надо, дядя. Блин, ну этот принцип что-то... Я не хочу быть лохом, я хочу быть полулохом. Да блин, они телепортируются ко мне, ну как? Я выхватил место, где можно реально прям хорошо по полоскам прыгать. Да. Ах, отлично, отлично. Дима, дай угадай, это справа, да? Да-да-да-да. Куда ты бежишь, я понял. Тут прям хорошие такие полоски длинные. Можно хорошо прям паркурить. Да, корчу, они просто... Опять я упал вниз, да ну блин, ребята. Ну дайте пройти до конца лабиринта. А бунги фас на Диму, они... Не, не надо фас. Ты не пройдёшь. Уфу, а бунги, фу. Так-так-так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, сколько их здесь. Быстрей, быстрей, быстрей. Подскажите, а их там нету возле меня нигде? Не знаю, ты где. Ай, блин, их там много очень. Блин, ну-ка уже может телепортироваться ко мне, правильно? То, что я тут бегу полдня, ничего ж не означает. Привет. Отлично, отлично, ребята, я добегаю до башни. Я возле башни. Я возле башни. Я возле башни. Дима, зря. Нет, не зря, я все делаю правильно. Нет, тут тупик. Очень. Ну тупик, нет, 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 я хочу жить. Нет, никого нету, никого нету. Отлично. Все, я возле башни, я добежал до башни. Кто ты? Ну я добежал до башни, ребята, я до башни добежал. Ну не зашел же. А, точно. Он зашел в башню. Я не зашел в башню, я не зашел. Сейчас зайду, сейчас зайду. Сейчас зайду. Я еще не лох. Не, ну я была же не забежать в башню, а добежать до башни. Бабунки бегу, черты. 50 на 50. А, опять упал, да что я начинаю переживать возле этой башни сильно. А, говно, нет. Помогите, помогите, спасите, помогите. Тебе тут никто уже не помог. Пожалуйста, помогите. А ты где? Подожди. Я добегаю до башни, но они за... Все, я умру. Нет, я не умру еще. Блин. Я быстро бегу, очень быстро. Нет, я тебя остановлю. Нет, ты не должен меня остановить. Я тебя остановлю. Нет, 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 нет. Тупик, ну все, прощай. Собака. Ух ты, что творится? Нет, нет, нет. Я говорил. Блин. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Отлично. А я думаю, где взрыв? А вот он взрыв. Колесо! Колесо оторвал! Да ладно! Да как ты это сделал? Как ты это сделал? Два колеса нету! Машина едет! Ну блин! Но я не знал, что колеса можно отрывать! Но я не знал! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусь Санек, Пика, Чебузаврик, АМФР, АМПР, Сайбер, Секрет, Ампер, пацаны, поздравайтесь. Привет. Всем привет. Здравствуйте. Да, победа. Наконец-то мы нашли мод, где можно управлять Абунгой. Теперь у нас Абунгой управляет настоящий игрок. И себе текущий приятного аппетита, а у нас веселье и угар, и поднятие настроения. Погнали. 3, 2, 1. Начали. Кого он убивает, тоже берет Абунгу, поэтому в конце ролика будет 7 Абунг и один выживший. А, и кстати, кто первый умрет, тот лох. А, ну как всегда, я понял. А представь, он никого не сможет убить. А, кто-то сейчас застрянет и умрет. Давай, мочи его. Я дам ему шанс.
Да, на красной машине реально мог бы проиграть. Извини. А, гонится за чуваком. Кстати, с шифтом он немножко разгоняется, есть шанс сюда бить, когда едет задним ходом. Ну-ка посмотрим, кто первый у нас сольется. Мужики, не толкайтесь, потому что урон проносится, вы можете умереть. Сам. Так, наблюдаем. Нет, меня ты не поймаешь, это невозможно. А вот того челика можно поймать. Кстати, попробуй на расстоянии нажимать. Он буквально на каком-то расстоянии метра 2-3 уже убивает. А представьте, 40 минут спустя никто не умер. Это будет прикол. Приближайся, ты смог. Блин, ты еще чуть-чуть бы смог бы его ударить. Опа, Дима. Не-не-не-не, я же, ты знаешь, на опыте. Тем более, желтый Порш сюда едет быстрее, чем белый. Желтая машина всегда быстрее. Эй, тихо, не подписывай меня. Газуй. Не сможешь. Ищи те, кто застрял. Вон, по мостику они едут, ты можешь под воду зайти и убить их. Надо. Да они все куда-то попрятались, вообще никого не вижу. Есть. Вон они за домом едут. О! Люди! Нет! Эй! Ты чё делаешь, блин? Смотри, сейчас убьёт! Ну! Нет! Да блин! Да чего ты не ударил его? Да, Бунга застревает. А, я знаю, что ты меня хочешь убить, чтобы я был лохом. Не-не-не-не-не, я и так в тысячу серий уже лохом был. Конечно же нет. Все, стоим и отдыхаем. Ой, я сам себя убил. Сейчас достоишься. Машина заглохла, нет! Я конец лох. Хорошо, теперь Дима, я буду Абунгой. Сейчас будет два Абунга, мы будем, короче, жестко окружать вас и мочить. Дим, бери... А, ну ладно. Я хотел, чтобы ты взял еще такого же, как у меня. Нет, я возьму стандартного, потому что они по скорости, в принципе, одинаковые. Так, догоняй. Вот едет челик. Давай, окружай его. Кстати, он не такой уж и быстрый. Все, мы его сейчас убьем. А ты давай, надо было, чтобы один... Давай, ты, короче, его гони, а я буду его там на мосту ждать. Давай. Отлично, ребята, разгоняемся. А, вот он немножко разгоняется. Есть, еще он его убил. Как-то по горам он странно едет. Так, Абунга, гони их ко мне сюда. Гони, я тут. Давай. Так, ну что, пацаны? Давай. Дима, давай. Ах ты, зараза, Ладно, повезло. Ого. Он живой еще? Так, у нас уже сколько? Три Абунги, да? Да, три. Три Абунги, ребята, это сейчас жестко будет еще. Четыре Абунги. А сейчас мы, когда все будут уже Абунгами, будет один выживший, а все Абунги. Посмотрим, кто дольше продержится. Вижу. На зеленой машине, давайте его будем окружать. Ну что, Челепиздрик Иванович, иди сюда. Ага. Так, ну что, ты в окружении. Так, давай, я на ту сторону еду. Едешь? Ну, как будто еду, я не знаю, я это и сказать идти, это громко сказано. Еще одного убили! Отлично. И ну еще иди, одного. Блин, еще. Че так быстро? Ну. А вон на зеленой машине стоит. А все, понял? Жертва сама ко мне приходит в руки. Это один остался выживший? Нет, я еще один. А два. Подожди, а вон на белой машине, да? А нет, вот я вижу. Так. Все за ним. Блин, Абунга не такой-то и быстрый, да, когда им управляешь? Он еще стопится, бывает. Ага. Подожди, а если вот так камеру вверх поднимать? А, когда смотришь под низу на него вот так, он как-то... Хотя не одинаково всегда. Ну что, теперь ты живым не выйдешь отсюда, мы тебя замочим. А где Абунга? Вижу. Блин! Так как я не ударил его еще б чуть-чуть. Так, все, окружение пошло. Вот, давайте. Ждите. Давай, мочи его. Мочи. Сразу. Так, я пошел его там встречать. Ага, я понял, давайте. Дима, встречай там. Я вижу, один Абунга полетел туда. Ах ты, зараза, смотрите, хорошо играет прям. Ну, о, правильно, помогаем. Все, прицел врезался. Мочи его. Есть. Че, машину хотел пнуть. Отлично, я радуюсь, что я хоть одного убил в этой серии. Кто остался в живых у нас? Зебры. Зебра хорошо играет. Так, ребята, знаете, что сейчас хочу? Я буду один выживший, а все будут играть за Абунгу. Я хочу проверить, смогу я или нет. Три,
два, один. Все пацаны против меня. Посмотрим, сколько я продержусь. На гору, давай. Ого, ты прыгаешь. Ты ж нельзя было прыгать так высоко. Отлично, отлично. Так, блин, ребята, очень страшно. Сейчас узнаю, что это такое. А, я знаю, что они могут на расстоянии ударить. Раскакиваем через движушку. По красоте. Давай, черная бум. А черные, они все одинаковой скорости, да, когда ими управляешь? Да. Давай, давай, с шифтом, с шифтом. Окружайте. Не окружите меня, я буду очень долго играть. Я ударился в какую-то кабаку, ну блин! Так, хорошо, вот меня Пика убил, теперь Пика будет выживать, и мы будем за ним гоняться. Блин, да ну блин! Ну блин, я так хотел долго повыживать. Короче, нельзя говорить, оп, пока не перепрыгнул. Три. Два, один, все против Пика. Да, сложновато выживать, сложновато. Окружаем, окружаем, окружаем. А как высоко прыгать? А, надо вверх камерой, да, смотреть? Тогда можно высоко прыгать. Не, просто зажимаешь пробел и все. А, понял. Но все равно не так высоко прыгает, как оригинальный. Да. На перерез. На перерез, давайте, ребята, встречайте его. Смотрите. А, вот, упал один, хорошо. Застрял, давай. Отлично, застрял. Ладно, физгана может чуть-чуть поправить, но хотя ты уже должен был автоматически проиграть. Давай. Я его разворачиваю там. У него нет. У него колеса нету. Ну что, зараза. Давай, есть! Ну что, секрет, теперь твоя очередь повыживать. Два, один, погнали. Блин, думал, вы сейчас сразу его убьете на счет три. А, ты баги взял. Хорошо. Я запомню твое лицо. Надеюсь, баги не будут так забаганы. Так, давай. Мы сейчас его замочим. Он тут? Нет, его нету здесь. Нет, вот он. Я думал, что можно долго повыживать. Но знаете, ребята, не получается. Ну что, Чебозаврик, ты молодец, красавчик. Три, два, один. Погнали. Так, полетел. Кстати, он взял очень хорошую машину, пацаны. Но мне кажется, его это не спасет, да? Да. Ну, в принципе, да. Так. Вот он. Я его встречаю. Дима, давай. Есть. Хорош. Теперь я. Я рад, что все-таки мне еще один шанс есть повыживать. Сейчас я буду, ребята, очень хорошо играть, потому что я возьму машину. Три. Два. Один. Поехали. Вот ты это скорость. Сказал последний раз, потому что ты меня хотел убить сразу. Смотрите, прыжок века. Ага, сейчас перевернем. Блин. Машина, ну едь, пожалуйста, машина! Ну, за колеса отлетели. Ну, блин, знаете, взял мощную машину, но она шлифует, как сумасшедшая какая-то. Хорошо, тот, кто меня убил, бери. Ну, блин, я так хотел долго выживать, но почему не получается? О, помните, вот этот был быстрый. Три, два, один. Поехали. Так, пацаны, окружаем его. А, зря ты туда поехал. Ну все, тебе торба, я тебя сейчас лично завалю. Да, кстати, розовые быстрее, пацаны. Ну блин. Поймал трубу. Давай, зебра, ты молодец, затащил. Да блин, я так сам психую. Вроде бы должен выиграть, но не получается почему-то. Три... 2, 1. Зебра выбрал картинг. И зря ты это сделал. Она сейчас на любых бордюрах будет застревать. Так, Чебозаврик, давайте. Ребята, обязательно напишите в комментариях, кто больше всех повыживал. Тот и будет победителем. Мне кажется, это точно не я. Ну, походу, это уже либо ты, Дима, либо Чебозаврик. А, ну да, когда первый раз играла, долго, да, выживал? Это я буду. 3, 2, 1. Погнали. Так, быстрее за ним. Ну, блин, это как Рахит едет. Плывет. Упал! Он упал! Мочите его! Он упал. Есть! Ну что, ребята, у меня есть последний шанс показать, что я все-таки победитель. Все, сейчас я буду играть настолько аккуратно, насколько это возможно. Ага, мы видели твой аккурат. 3, 2, 1, поехали. Ребята, буду очень осторожно, очень. Сейчас посмотрим. Колесо! Колесо оторвал! Да как ты это сделал? Как ты это сделал? Два колеса нету! Машина едет! Ну блин! Но я не знал, что колеса можно отрывать! Ну я не знал! Я тебя задел, ты без колес! Да блин, ну почему так сложно выживать?
Потому что бывает, машину тут заносит, то вот, вот как колеса. Блин, ну прикольно, да, что машина разрушается, и при этом можно прикольно поиграть. Так, возьму еще раз это. Так, подожди, сейчас я вселюсь. Да-да-да-да. Три, два, один, погнали. Давайте, давайте, давайте. Он не должен быть победителем, я хочу быть победителем. Не, Дима. Да-да-да-да-да. Так, пацаны, он сейчас там застрянет. Все наверх, все наверх. Выгоните его в дырку. Санек, ты проиграешь сейчас. Вот он, смотрите. Блин. О, привет, Дим, кстати. Давай, давай. Кстати, он быстрый, вот этот челик. Чуть-чуть быстрее. Фатунга быстрый. Фатунга быстрый, капец. Это розовый вот этот, че какой? Ой. Нет, Фатунга, который у меня самый стандартный, который. Он быстрый? Да. Да, вроде бы быстрее. Да как ты его не убил там? Я его... Давай, Гусанёк, ты не должен выиграть. Если сейчас Гусанёк где-то минут, секунд 40 повыживает или минуту, он будет победителем в этом ролике. Я ему не дам этого сделать. Я тоже не хочу этого сделать, но придется. Иди, я не дам ему занять мое место. Есть, я его встречаю. А, ну прощай, щенок. На тебе машину твою. Давайте, чтобы она взорвалась. Футбол машинами. А что она не взрывается? Подлючка такая, а? Дима, можно потом футбол? Давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Что? Вот это все. Три, два, один. У меня сейчас шанс есть победить. И я его не упущу. Я взял очень классную машину, ребята. Очень классную машину. Взял. Мою машину взял. Это не твоя машина, это моя машина. Дима, спорим? Я говорю, что она рахитная. Спорим? Нет, она крутая. Нет, спорим. Погружайте. Я выхватил тактику, как выиграть. Я ж не понял. Ловите его, давай, Дима! Давай, перекладывай! Есть! Класс, класс. Класс. Смотрите, он сейчас по кругу будет кататься. Смотрите, он сейчас... Я не понял. Да блин, я между вами хотел проскочить! Ну шанс хороший, да, вот пацаны? Эй, моя машина новая! Я ее только купил! Короче, ребята, победила сегодня дружба. Поэтому, если вам понравился этот ролик и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Вот это была красивая концовка, мне понравилось. Стоять! Давай, давай! Стоять! А, блин, Дарт Драгон! Подкупил Абунгу, чтоб он меня убил! Ну ладно! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дарк Драгон, Пика, Зебра, Гусанёк, Думгай. Пацаны, скажите веселые слова. Привет. Я человек молекула. Танцуй. Супер, ребята. Ребята, мы скачали просто обалденную карту, где классные лестницы и большая высота. Если петь, кушайте, приятного аппетита, а у нас веселье и угар, и будем убегать от Абунга. Вы готовы? Да, капитан. Да, капитан. Три, два, один. Погнали. Мне даже, знаете, ребята, интересно, как они будут вести себя по этим лестницам. Можно ли будут их как-то обманывать? А, уже я понял. И не забываем ставить лайки, подписываться на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день и стараемся поднимать настроение. Так, я вижу, они пошли уже. И обязательно досмотрите ролик до конца, потому что мы поставим 50 абунг. Будет просто что-то неимоверное. Так, я спрыгиваю вниз. Блин, они прям жестко за мной гоняются, ты смотри. Так, а по лестнице, я думаю, его можно, да, будет как-то обмануть? Нет. Еще, ребята, не забывайте, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Совершенно верно сказал, молодец. Если два будет мало, я буду добавлять все больше, больше и больше. Так, давайте сейчас, знаете, что сделаем? Поднимемся на самый верх и посмотрим, как они отреагируют, когда мы будем на самом верху. Мне все-таки интересно посмотреть на их неискусственный интеллект, как разработчик их продумал. Ой, так, я наверх. Давай. Сзади, следи на меня, сзади на меня. Вот эта карта, да, высокая? Как вы думаете, какая здесь высота?
Ну, очень офигеть. Большая. Здоровенная километр просто. А не, ну километра нет, а ты уже перегнул палку немножко. Километр. Еще давай километр в квадрате. Да-да-да-да-да. В корне. Ой, молодец, кто-то там улетел вниз. Так, ну что, давайте их будем ждать. Поднимутся они или нет? Теперь мне придется обратно подниматься. Спасибо. Конечно, там тебя обунги внизу ждут, поэтому у тебя будет сейчас очень много веселья. Все, Саня, слезай. Так, заглядываю вниз, прям вот так вот смотрим. Ага. Так, хорошо, я еще поставлю, потому что довольно-таки мало. А мы тут, Саня, пока насидим. Мы чили. Так, ну что, я поставил около 20 штук. Давайте проверим, допрыгнет до меня или нет. Опа, целится, чтобы на меня прыгнуть. Так, смотрите. Добавляй еще, Дима. Добавлять еще? Еще. Да, ребята, давайте сразу будем повышать ставку. Поставим вот этих красных, потому что они намного быстрее. И поставим их поближе. А что бы сразу не поставить 50 штук? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, он за мной. А его обманул. Опа, отлично. Ой, он за мной. Быстрее. Ой, у меня навстречу. Они по лестнице замечательно ходят. Они попадают. Ой, блин, ребята, начинается веселье. А, смотри, этот был красный, быстрый очень. Блин, промахнулся. Их тут жопа. Мама, спасите. Ай, блин. Ну все. Нет, я еще постараюсь выжить. Смотрите, всегда есть шанс. Всегда. Главное, что не падать духом. Никогда. Ай, промахнулся мимо лестницы. Нельзя быстро прыгать. Ой, сколько. Да там вообще просто жесть, их сколько. Быстрее. Не оборачивайся, беги. Они за мной? А, ты меня испугала, думала, это Абунга. Прости. Отлично, отлично, ребята, поднимаемся. Они за мной? Они не за мной. Нет, пока что нет. Хорошо. Самые... А, они прям рядом. Блин, как это стрёмно. Так, быстрым шагом. Они, кажется, не могут так быстро. О, он телепортировался. Я видел только что это. Ты не пройдешь. Так, тихо. А, упал. Я знал, что они будут по лестнице падать. Это очень круто, что они падают, ребята. Всегда есть шанс, значит, их как-то обманывать. А, я не могу тут запрыгнуть. А, я застрял. Саня, бежим отсюда. Аж в горле першит, так столько их много. Короче, так, я думаю, что здесь связано с чем-то с этим зданием. Тут какое-то проклятие. Это проклятая карта, потому что здесь много абунг. Все, я буду тут стоять на лестнице, потому что можно будет вниз прыгнуть. Все. Если мы умрем. Давайте еще добавлю. Давайте поставлю вот этих, они еще быстрее. Давай. Так, один застрял, подождите его. Ой, упал. Все, 50 штук. 50. А, быстрее, беги, заяц вонючий. Ой, сам полицейский вонючий. Я пахучий, я поодеколонился. Гражданский, ах ты полицейский. Так. Ну что, давайте будем как-то пытаться здесь обманывать. Смотри, вон где они. Лететь, колотить их внизу много, просто. Обернись. Знаете что, кто внизу упадет, это просто самоубийство будет сразу. Там нереально выжить. Представьте, 50 штук, это просто мгновенная смерть. А я себе выберусь. А, ну знаете что еще? Они же могут телепортироваться к нам. Ну вроде никто не тпхается, да? А вы проверяли, пригвождатель работает на них или нет? Ну мы не будем это проверять. Если ролик наберет 3000 лайков, то мы будем их пригвождать. Я думаю, что пригвождатель на всех NextBot работает. Это будет, ребята, в следующей серии, когда мы будем записывать Абунгу. Я буду по кругу убегать. Зебра, давай, ходи. Так, отлично, бежим. Скорее. Опа, упали. Ого, он прыгает, чувака сейчас убьет, смотрите. Давайте понаблюдаем, как он его убьет. Прощай, есть. Красиво. Ибо нефиг там стоять. А зебра тупо там стоит, его никто не убивает. Кстати, они хорошо, да, по лестнице идут, прям прекрасно. На меня бегут. Так. В мою же сторону? Нет, не в мою, ха-ха-ха. Наверное, знаете, что в следующем ролике мы их будем ставить 100 штук. Дима, Гаррисмод не вылетит? Не-не-не, они ж видишь, не нагружают Гаррисмод. Ай, блин, а куда идти? Они и там. Прыгаем. Я буду вот так прыгать на лестницу, смотрите. Блин, заяц сбил меня, видели в воздухе? Это что-то такое? Так. Случайности не случайно. Упал. Они по лестнице совсем печально ходят. Ого, он прыгает. Умерли все. Теперь те, кто внизу ставятся, спамнятся, они просто будут все погибать мгновенно просто. Я так не думаю, Дима. Чего? Так, давайте выше поднимем. Ай, блин, тихо. Прыжок века.
Отлично, отлично, он за мной идет. Конечно, тут ничего отличного нет, но я постараюсь выжить. Ой, за мной идут. Нет, я упал. Да, тут надо очень внимательный быть. Эта карта, кстати, ее можно еще записать с аниматрониками. Вообще будет жирно. И что настоящий игрок гонялся. Так. Ну что, я наверху. Их всего тут двое. Самое жесткое сейчас ребята внизу. Так что не советую падать вниз. И вообще не завидую тем, кто сейчас это делает. Дима, я, короче, сейчас умер. И я сейчас иду наверх. Получилось вырваться оттуда, да? Да, я вырвался. Блин! Не получилось у тебя. Я всего лишь два раза умер. А мы с Bugs Bunny прыгаем по кругу здесь. Дима, стой, стой. Стою. О, спасибо, что полечил. Смотрите, смотрите, гонится за чуваком. Гонится. Убежал, молодец. Мне нормально. Это я, если что. Давай, я в тебя верю. Ты его ведешь к нам. Dark Dragon, что там получается у тебя? Вот бегу. Красиво он тебя угадал. Ой, улетел. Мама, помогите. Они, никто тебе не поможет, никто. Посмотри, как я бегаю. Так, блин, ребята, это прям очень круто. Офигенная карта и офигенный режим. Надеюсь, все, кто сейчас поставит лайк, это плюс один к настроению. Поддержите канал лайкосиком. Всего-навсего. Это бесплатно. Дима, я Блин, живу. Я думал, это кто-то уже стоит здесь сзади меня. Ты живой, да? Я буду наблюдать, как ты идешь. Вот. Я выбрался. Я убежал оттуда. Их 50 штук, но они все внизу. Потому что все трутся внизу. А мы здесь постоим. О, кстати, смотрите, как я могу сделать сейчас, если получится. О, смотри. Я сижу. А если я встану, я не упаду вниз? Ух, слава богу, я думал, я упаду. Но если тебя столкнуть только, Дима, вот. Нет, не надо, не надо. Давай. Не-не-не-не-не-не. Я боюсь. Будем. Значит, ты нам еще больнее сделаешь. Боже, с жопы этого мира вылезти, это прикол. Давайте будем ждать, пока они все поднимутся. А еще, Анна... Ой, один упал. Что ты сделал, глупец? Давайте посмотрим, как он сейчас умрет. Ой, Драгон. Ой-ой-ой, Дар Драгон. Ну, хорошая была попытка, но неудачная. Прикольно, что вы все падаете. А Дима нет. Ой, блин, я думал, это уже идет Абунга. Ого, они прыгают. Ну реально, они прям прыгают не на граничную высоту. Ох, зараза, чуть не убил меня, видели? Смотрите, смотри. Привет, мужик. Прыгнет, интересно, не прыгнет? И не падает. Так, все, один поднялся. Все-таки один смог подняться. Ну что, пошла? Беготня. Так, один мужик. Еще один зашел. Ребята, все-таки они добрались до верху. А, за мной. Прыжок века. Красиво, ребят, ну это было эпичненько прям. Опа, я один против одного. Ого, и они там свалились. Так. Интересно, он пойдет за мной? А, упал. Упал один, ура. Прыжок. Прыжок, давай, хорошо, давай. Что знаете, пацаны, в воздухе можно немножко регулировать, да, свой полет? Это прям вообще круто. А ты смотри, прицепился. Еще плюс, что всего лишь 10 хп снимает. Ну да, кстати, в следующий раз, когда мы будем на этом ролике записывать, я поставлю реалистичный урон от падения. И с одного раза ты будешь падать вниз. Тут, короче, нельзя ошибаться. А чё, давайте я сейчас сразу поставлю реалистичный урон от падения. Так, ребята, кто не знает, где это находится, настройка песочницы. И вот здесь мы ставим настройки сервера. Вот, реалистичный урон от падения. Ну что, теперь все, кто будет падать... Они будут просто разбиваться насмерть. Уже номер, ребята, не прокатят. Теперь придется очень аккуратно играть. Так, давайте будем дальше наблюдать, как они прыгают. Ха-ха, Пика умер, молодец. Надо, не бей меня, пожалуйста. А спаун стоит внизу, да? Да. Это круто. Рандома наверху нельзя, да, заспавниться? Так, пацаны. Кто сейчас умрет наверху? Тут полный лох. Тут не умеха. Тут не умеет играть в Гаррис Мод. Блин, а если это я умру? Давайте... О, пацаны, у кого сколько часов наиграно в Гаррис Моде? 154. Куда? Маловато. Я у меня 600. Потому что я... задрутый. А! Ты дурак, меня скинул! Блин, ну зачем ты это сделал? А, вот так, значит? Подписчики еще называются. Блин, это жесть. О, я наверху. Есть вверху спаун. Отлично. А так, а кто меня скинул? Дар Драгон, я тебе сейчас скину физганом. Давай, что, давай. Ага, вот давай, ты. Давай, Дима. Ну что, ребята, восторжествует справедливость. Прощай, Дар Драгон. Не надо мне скинуть. Он разбился. Ну извини, я забыл. На самом деле, я знал, что ты разобьешься. Теперь уже не получится прям, знаете, сильно паркурить. А теперь, Дар Драгон, ты внизу умирай.
Я буду тут стоять и наблюдать, как пацаны умирают. Это же очень прикольно. Эй! Драдраго! Ну не надо! Ах ты негодяй такой! А что тут, можно тут ходить еще? Да, Драдраган еще тот же подлиц. Подсрачник ко мне вписал, молодец. Чтоб не расслаблялся. Ой, я упал, блин! Ой, идиот! Подскользнул! Ой, блин! Ой, хоть бы я сейчас заспамнился вверху. О, я в средней части заспамнился, не все так печально. Так, надо до лестницы быстрее идти. Быстрее, быстрее, быстрее. Один прям, смотрите. Ай, блин, стоят возле лестницы. Так, смогу его обмануть? Конечно, смогу. Чтоб я не смог обмануть Абунгу. Ой-ой. Так, наверх. Быстрее. Давай, пусть Санёк обманет. А, они за мной, они за мной. Быстрее, 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 быстрее. Два Абунги, два Абунги. А вы знаете, какой еще самый быстрый? Я сейчас удалю парочку и поставлю черных. Черный? Вы же помните, что черные самые быстрые? А, я упал. Нет, я упал и напоследок вам наставил там. Так, ай, пришли мой труп пинать. А, я внизу заспамнился. Вот ты это здесь мясо. Ну, ждите, ждите, пацаны, я смогу. А, они все за мной. Ай, блин. Хоть бы я на верхних этажах... Во, я чуть выше, отлично. Так, я успею? Так, давайте как-то его обманем. Так, блин, лестницу стоит, чекает, представляете? А, поднялся, поднялся. Так, блин, они лестницы чекают, представляете, какие умные? Ай, блин, черный. Я же черного сам... Вы видели этот прыжок? Отлично! Это прям вообще было на высшем леве. Дима, беги, давай, беги давай, к нам, я тебя похилю. Да-да-да, я бегу, я бегу, я бегу. Давай быстрее. А, вы видели? Прям под ногами, прям под ногами. Фух, вот это было прям близко. Всё, Димас, он бьет всех. Драдраган, да? Да, мы его сейчас этот казним привселюдно. Казним Драдрагана все. Давай с помощью бомбы. Знаете, что, наверное, надо вообще поставить внизу мне спаун, но это мы в следующий раз сделаем, чтобы внизу все спамнились. Не, на верхнем этаже никто не спамнился. Это будет наказание оказаться внизу. Наказание, ну что, ждем, когда они к нам поднимутся. Черный вообще быстрый, очень быстрый, от него прям тяжело убежать. Ну что, один к нам... Дурак, что ли? Уходи, видишь, толкай его. Дардраган, стоять! Стоять! Давай, давай! Стоять! А, блин, Дардраган! Подкупил Абунгу, чтоб он меня убил! Ну ладно, ладно! А, они внизу все? Блин, я так боюсь здесь внизу оказываться! Давай, черный, отвали! Черный! Смотрите! Успел, 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 успел! Отлично! А! Отлично! Отлично! Они попадали все! Давай, давай, падай! Да-да-да-да-да-да! Классно, что они немножко не сильно ровно ходят. Есть... Ой, ё-моё, вот это было близко. Я чуть не поцеловал Абунгу. На разрез пошли. Смотрите, какие хитрые. В окружение меня берут, но нет. Я не сдамся. Я буду выживать до последнего. Ух, я вырвался. Ну, Дардраган, ну, Дардраган подкупил Абунгу, чтобы меня убил. Молодец. Давай, садись на меня быстрее. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Нет. Фух. Чтоб я тебя нес. Не надо, я побегаю пока что. Ну что, никого нету, я здесь буду тусоваться, потому что с Дардраганом не хочу находиться, он меня бьет по жопе ногами. У меня уже вся жопа в синяках. Из-за него. Ого, меня чуть не убили, нельзя стоять на месте. Так, никто за мной не идет? Никто не идет. Пика! Отлично, поднимаемся. Вот они, вот они. Быстрее, быстрее. О, коричневый. Коричневый. Ой-ой-ой, их сколько уже здесь. Окружают. Надо окружают, работать. Окружают. Я вижу, еще один навстречу идет. Он прям разгоняется. Так, он за мной бегает, а за челиком бегает. Я обманул. По кругу бегает. Драдраган, ты бегаешь? Нет, это не мой. Это было близко. Так, спускаемся по лестнице. Перепрыгиваем на эту лестницу. И соскальзываем по красоте. Они так не умеют. Ну что, пацаны, давайте. Все за мной. А он же в темноте, потому что он черный дракон. Ой-ой-ой-ой, окружили, окружили! Нет, нет. Кстати, легко убегаем, довольно-таки несложно. Отрезаем угол, надеюсь, они попадают в угол. Нет, они не падают с угла, это очень плохо. Сань, так, они окружили. Помогите! Помогите! Есть, есть! Вы видели, как я красиво убежал от них? Просто на соплях каких-то. Так, ну что, вижу, кто-то убегает. Ого, не толкуй. Так, отлично. Отлично. Дима, посмотри назад.
Я умру сейчас! Сам же включил этот режим. Ну молодец, сам себе западло сделал. Я внизу. Ну что, я обречен, наверное, на смерть. Но всегда есть шанс выиграть. Блин, они лестницы чекают. Такое ощущение, что они между собой общаются. Так, вот тут я смог, вот тут я смог. Наверх, 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 наверх. Думгай, давай, я в тебя верю. А! Ё-моё! Я бегу, бегу, бегу. Отлично, я наверху заспавнился. Пойдет. Нет, бегите! Бегите! Прыжок века! Надеюсь, не разобьюсь. Все. Есть! Они так не умеют. Медик, меги, медик паг. Дардрагон умер, наконец-то. А я глаками умер как-то. Я стою здесь. Они попадали, они не умеют по лестнице ходить. Какие-то косожопые. Спасибо, что лечишь меня. Они такие широкие. О, еще один упал. Блин, ну эта карта очень такая, знаете, оптимизирована получается. То они нас бы всех мочили, а так как они соскальзывают, в этом есть большой прикол. Ну я что, как куда он идет? Ко мне идет? А, меня Дардрагон бьет! Пошли вниз. Да отвали ты, щенок! Отлично. А он за мной. Он за мной? Он не за мной, я аж уклоняюсь в реальной жизни здесь сижу. В реальной жизни? Да. Дима, Дима, они меня не трогают. Эй, упал. Они меня не трогают. Я сейчас буду, ребята, сбрасывать вниз бомбу мощную. Дима, ты сейчас... И бомба летит вниз! И я сейчас внизу! Сам себе западло сделал! Ну как? Вот это я умный человек! Ребята, знаете, что я хочу сделать в конце ролика? Я хочу просто скинуть туда небольшую бомбу и посмотреть, как она взорвется. Прям на меня, что ли? Вот такую бомбу сброшу. Готовы? Давайте зубами словлю. Я хочу остаться в живых просто. Нет! Вот я умный, на лестницу сбросил. Мы все равно все умерли. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.